Я хорошо это помню. Этот велосипед хотели все пацаны в моем дворе. Из совсем мелких великов выросли, до Десны еще не доросли, до Эмода. В общем, ее хотели все. Друзья, сегодня хочу рассказать о том, что до сих пор возможно пылиться в батином гараже или на захламленном балконе, но стоит протереть тряпочкой, смазать цепи, и она, вспомнив молодость, еще может дать жару. Расскажу о Каме, одном из самых популярных советских велосипедов. Сейчас небольшие складные велики в моде, я и сам прикупил подобный. Для города, да и не только, хватает, а самое главное – удобно. Свернул в лифт, занес, где-нибудь в угол в квартире приткнул – готово. Я уж не говорю о возможности провести с собой в автобусе или, допустим, электроне, не вызвав всеобщий гнев. Но в СССР еще много десятилетий назад выпустили почти такой же, быстро ставший всесоюзным хитом. Придумали Каму инженеры Пермского машиностроительного завода имени Октябрьской революции, а в продажу он поступил в середине 70-х. И не сказать, что велик оказался бюджетным. Насколько я знаю, ценник был 100 рублей. Для советских велосипедов это чуть выше среднего. Совсем простой или детский велик можно было взять рублей за 45-60, а вот складники, спортивные и туристические модели могли подбираться к 190 рублям. Но, несмотря на то, что Кама стоила не 3 копейки, за ней очереди выстраивались. Так чем же этот велик так полюбился советскому человеку? Давайте чуток по конструкции. База ровно метр, руль регулируется по высоте, можно настроить и наклон. На ведущей звезде 48 зубьев, на задней 16. Шаг велосипеда 4,7 метров. Колеса 20 дюймов, штатная резина шла на 1,7 дюйма. Масса 15 кило. Но, конечно, главная фича – это низкая и складная рама 46 сантиметров. Если низкая, значит на нем сможет кататься и ребенок, и взрослый, и девушка в платье. Ну и преимущество складного механизма, полагаю, объяснять не надо. Тем более тем, кто живет в небольших квартирах. Прикиньте, хранить полноразмерный велик, допустим, в малосемейке, а этот сложил, в кладовку засунул и не мешает. В сложенном состоянии размер ужимался до 98 на 77 и 31 сантиметр. Да, по сравнению с современными складниками, конечно, не впечатляюще. Даже мой вот УАЗик, не говоря уж о какой-нибудь стриде, будет и полегче, и покомпактнее. Но то были 70-е, тогда больше думали о космосе, чем о каких-то там велосипедах. Хотя те самые велоагрегаты из 70-х, 80-х до сих пор можно видеть на улицах. Как показали десятилетия, советский велик может быть просто неубиваемым, но к уходу за ним людей прям готовили. Бывшие владельцы, у которых когда-то советская Кама оказалась прямиком из магазина, а не была куплена с рук, рассказывали вот что. С великом шел обширный даже не паспорт, а прям буклет. И были там не только данные о Каме, но и подробнейшая инструкция о подготовке к сезону, о хранении, эксплуатации, причем вплоть до того, что детально описывалось, как убирать с колес восьмерки, яйцо, зонт и так далее. В общем, шел целый гайд по самостоятельному ремонту. Вообще при Союзе люди очень много умели делать своими руками. Это как раз то, что в наше время назовут DIY. Хотя веломастерские были и в то время. Не хочешь ковыряться, пожалуйста, отдай мастеру. Но это уже не бесплатно. А вот что шло с завода, так это кожаный бардачок. Он вот здесь вот висел. Также был с завода багажник. И, о чудо! Насос крепился вот тут. Сейчас все нужно докупать почти на всех моделях отдельно, и такая знатная статья расходов, в особенности потому, что все везде нестандартное, какие-то простые там те же багажники не подходят. Ну и опять же бардачок. Вот сейчас мне нужно сумку покупать, вот куда мне класть ключи, куда мне класть какие-то бортировочные лопаточки, куда мне класть запасную камеру. Непонятно, видимо, по карманам распихивать. Раньше для этого всего была сумочка, причем кожаная. Сейчас нужно, докупай, пожалуйста, за дополнительные деньги. Вообще велокультура в Советском Союзе была достаточно
сильно развита. Я не говорю о велодорожках, а о том, что не было вот этого, насколько мне рассказывали, такого снисходительно презрительного взгляда из окна личного автомобиля. Вообще физкультуру как бы уважали, и люди на велосипедах ездили, ездили много, и вот этот спрос удовлетворялся, и причем без помощи китайских друзей. По всей стране было больше десятка заводов, выпускающих чисто велосипеды, либо велики были просто отдельной веткой. Самым известным предприятием был, пожалуй, Минский мотоциклетно-велосипедный завод. Делал аисты с 1947 года и делает по сей день, кстати, неплохие велики. Вспоминается Харьковский велосипедный завод с его туристом и Украиной, Пензенский мотоциклетный с его мотовеликами, Московский завод и его гоночная Москва-80, сделанная как раз к Олимпиаде. А еще был авиационный завод имени Чекалова из Новосибирска и его ЗИЧ-1, первый навороченный массовый велосипед с переключением скоростей, кстати. Были еще завод имени Кирова с его детскими велосипедами, Литовский мотовелозавод и его Орленок и Ласточка, Жуковский и его легендарная Десна. В общем, делали велосипеды по всему Союзу. Ну а мечту советских, да и постсоветских школьников делал Пермский машиностроительный завод имени Октябрьской революции. Причем изначально он производил даже близко не велосипед. Завод создали на базе эвакуированного в 41-м Владимирского патефонного завода. И в условиях военного времени тут принялись выпускать то, что нужно было на фронте. Данные разрознены, но я нашел упоминания о боеприпасах, в том числе о взрывателях для снарядов и тех самых касках, что все мы могли видеть и в военной хронике, и, увы, на могилах павших бойцов. К слову, тогда, да и долго после, у завода был лишь номер 260, а это значило определенный уровень секретности. Тогда состоял в подчинении наркомата боеприпасов СССР. По окончании Великой Отечественной завод 260 отмечен орденом Красного Знамени и после стал переходить в разные, так сказать, юрисдикции. Был наркомат сельхозмашиностроения, Министерство оборонной промышленности, Министерство общего машиностроения, региональный совнархоз и так далее. Это вообще все говорит о том, что завод универсальный, как и многие другие в Советском Союзе, и мог относительно легко перестраиваться под выпуск той продукции, которая была необходима в определенный период времени. Велосипеды тут начали выпускать к концу 50-х, а с 67-го это стало отмечаться прямо в названии. Государственный союзный орден Трудового Красного Знамени Пермский велосипедный завод, или сокращенно ПВЗ. Уже к концу 70-х на базе завода создадут производственное объединение, и он станет машиностроительным. А в 91-м просто ВЕЛТОЙ. Приказ номер 601 подпишет Министерство оборонной промышленности СССР. Так что, полагаю, очень долгое время на этом заводе выпускали не только велосипеды, если вы понимаете, о чем я. Но, увы, и ВЕЛТУ постигла та же судьба, что и сотни других заводов. В 93-м она была приватизирована, а к концу 90-х дела пошли, мягко говоря, не очень. В 2002-м кредиторская задолженность, если интернет не врет, была почти 900 миллионов. В общем, в середине нулевых завода не стало. На Пермском машиностроительном, а потом на ВЕЛТЕ выпускали многие велосипеды. Подростковую Парму, знаменитый дорожный Урал, ВЕЛТОСПОРТ, Турист, Комфорт. Кстати, на их основе делали еще и велотренажеры. Ну и, конечно, выпускали ту самую Каму. Этот складничок подростки любили за юркость и дизайн, взрослые за практичность. В 80-х появился складной аист от белорусского завода. Тоже на 20-х колесах, тоже отличный велик. Но это, как говорится, уже совсем другая история, равно как и последующая история самой Камы. Да, несмотря на гибель завода, велики под этим брендом производят и по сей день, но это уже другое предприятие, да и многие модели, но очень далеко ушли от изначальной концепции. Хотя это, конечно, не значит, что они плохие. Я застал Советский Союз совсем юным, и можно сказать, что мое детство – это 90-е. Я видел, как лихо пацаны рассекали на камах, в том числе и мой товарищ Вовчик с пятого этажа. А я никак не мог за ним угнаться на своем детском велике, «Дружок», по-моему, назывался, и очень завидовал. Но, увы, денег у семьи на мои дорогостоящие хотелки не было. В те времена родители думали в основном о том, как холодильник наполнить, но это
сами понимаете, не мешало мне мечтать о каме, да еще о многом другом. Друзья, если понравилось видео, делитесь им, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и тогда обязательно еще увидимся. Пока!